Всем привет! Идет сейчас дождь, а я стою под вот таким вот. Это у нас опрыскиватель. Вот такой вот крутой опрыскиватель с гидромоторами на колесах. Посмотрите, какой красавец. Сейчас я покажу. Просто самолет. Просто красавец. Жаль, не могу показать его в работе. Это надо раскладывать штанги. А вот эта кошка, Мурка, пришла к нам в цех. Мурка. И уже третий день она живет в цехе. Мурка. Кушает мышек. У нас появились мыши в цехе. И Мурка у нас спасает. Посмотрите, какой красавец. Вот там вот двигатель. Четыре гидравлических насоса. Серьезная техника. Два года назад здесь ремонтировали дорогу. Еще ремонтирую, да, до сих пор. Вот встретил человека здесь на скутере Suzuki ZZ. Нет, у меня не такой замок. Ну, значит, вот это уже 2007 года. У меня такой, знаешь, тут вот такой, да, прямоугольный. 2001 по 2003. Звук. А, кёкером отлетело, блядь. Это я сам клеил. У меня есть, кстати, новый, ну, глушак я заказывал. Ну, здесь новый, но без внутренностей стоит. Без сеток. А так все то же самое, в принципе. Все то же самое. Чуть-чуть циферблат другого цвета и замок зажигания. И Женька за рулем, более все. Красный. У тебя такой пожелтеел. Да, ветер меняется, как сука. Нет? Ветер меня боится, вижу, в другую сторону дует. В колесе там магазин. А он грязно, правда, когда чистенькая полиролька. Я говоришь, новый этот купил тоже, тормозной. Диск? Да. Тут же. Ну там он 3,5 миллиметра минимум должен быть. Ну то есть выработать. Так он 5, а до 3,5. Тут все родное стоит еще. Ничего не менее. А Андрюха как раз чем занимается, пес? Единственный косяк, он боковая подножка, блядь. А, кстати, у меня есть. У меня на втором была. Thank you.
хорошо, чтобы наши яйца сюда и не попали. А то, говорит, вы попали. Нажимаю 2 цилиндра. Сейчас запустится. 5. Вода. Сейчас одну секунду, я скажу. Поехали.